Всем привет, с вами магазин Десорт, меня зовут Юля, и мы сегодня будем снимать для вас видеообзор нового каталога из нашей коллекции от производителя Zambaiti под брендом Murello. Каталог называется Murello Italia. Это итальянский бренд, то есть сделано прямо в Италии. Очень многие люди, прям поклонники итальянских обоев, они приходят именно за ними. Почему? Потому что они очень качественные, очень хорошо моются, очень плотные и по сравнению с некоторыми другими брендами, прям вот по ощущениям очень толстые. Дизайн, конечно, здесь их немного, но они очень роскошные. То есть если у вас какая-то огромная интересная гостиная, где вы привыкли встречать кучу гостей, то вы можете похвастаться такими обоями. Они очень блестящие. Здесь изображены дамаски, классические вензеля. В компаньоны здесь предлагается использовать штукатурку с крупным каким-то рисунком, позолотой и блеском. Не знаю, насколько видео это отображает, но выглядит очень дорого, богато. Это метровые обои, прошу заметить. Широкие. Длина рулона стандартная 10-метровая, они даже чистящиеся, то есть они хорошо относятся к влажной уборке. Цветов очень большая палитра, многообразная. Здесь есть интересные такие сочетания серого каких-то, даже не могу этот цвет назвать, потому что он многогранный, такой глубокий. Есть еще бежевые с какими-то оливковыми вкраплениями. Вот, пожалуйста, показано спальня, как это будет смотреться. Ну, конечно, оно далеко не так будет смотреться, потому что блеска здесь не видно. Вы представляете, луч солнца проник в ваше окно, и вот это все заиграет разными красками. Будет смотреться очень красиво. Красивый, интересный бирюзовый цвет с золотистым орнаментом сверх него. Есть еще такой минималистичный принт в этом каталоге. Такая рельефная вертикальная полоска, опять же, с какими-то золотистыми переливами. Вертикально будет увеличивать ваше пространство по высоте. Очень выигрышно смотрится. Это опять штукатурка в разных оттенках. Смотрите, есть красивые серые цвета. Здесь есть очень крупный дамаск. Здесь он даже полностью не поместился у нас на фрагменте. Можно это увидеть, опять же, как это смотрится в интерьере. Такое вот что-то похожее на разлитые, размытые краски. Красивое такое под натуральный камень. Оттенки тоже разные. Это вообще универсально, можно использовать в любом помещении в вашем интерьере. Очень интересный кофейный цвет. Стильно очень смотрится, модно. Беленький. Вот, пожалуйста, уже следующее. Это какие-то ветки растительные. Ну, я бы даже назвала это вензелем, скорее всего. Тоже очень крупный, рельефный. Дорого, шикарно, роскошно будет смотреться в вашей гостиной комнате. Есть такая вот штукатурка. Здесь много цветов сочетали в каком-то таком миксе. Выглядит как прям бетонная крашеная стена рельефная. Можно даже в коридоре смело такое использовать. Грязи на нем не будет заметно, они будут очень практично смотреться. Ну, вот такие светленькие, как раз в коридоре, если использовать, он у вас будет казаться визуально, что он шире. Потому что очень у многих встречается проблема узкого длинного коридора. Красивый темный цвет. Но такой мы рекомендуем использовать, если у вас пространство довольно большое. Тогда здесь можно уже разыграться, так сказать. Бежевые оттенки классические. Яркий красный, прям такой стиль, какой-то барокко, что-то такое дворцовое. Красная полоска вертикальная. Ну, красный цвет лучше с кем-то комбинировать, потому что он достаточно такой контрастный. То есть, если вы такое в спальне сделаете на всех стенах, то, конечно, будет немножко глаз уставать. Лучше использовать как акцент. Пожалуйста, светлый серый с золотистым орнаментом поверх него. Здесь как раз дополнили это все серым ковром. Диванчик поставили кожаный. И вот как раз все так интересно обыгралось. Красивый такой бирюзово-зеленый цвет, даже уже ближе к зеленому. Светленький, молочный такой кремовый цвет и золотистая полоска.
Собственно, все дизайны мы с вами посмотрели. Убедились, что это очень интересный, роскошный прям каталог. Но лучше смотреть его вживую и щупать. Вы сразу поймете, насколько это качественные обои. Так что приходите к нам в магазин, будем вас ждать.